Трансформацию регионального отделения партии «Единая Россия» обсудили сегодня на депутатской фракции в окружной думе. В частности, речь шла об обновлении партийного проекта «Здоровое будущее». Напомню, что он включает в себя сразу несколько ключевых направлений. Например, реализацию программы «Земский доктор», проведение экологических акций, строительство больниц и пропаганда здорового образа жизни. По оценкам специалистов, эти меры позволят повысить продолжительность жизни у горчан до 78 лет уже к 2024 году. На самом деле у нас стоит очень серьезная и понятная задача – это повышение максимальной эффективности использования тех ресурсов, которые есть в распоряжении Ханты-Мансийского автономного округа, вот в рамках этих трех проектов консолидации усилий для, еще раз, да, это качество жизни жителей Ханты-Мансийского автономного округа Югры.